Так, Света, говорим комплименты юбиляршу. Пьют, пьют все тут, а мне убирай. Паразиты. Баба Оля. Самая любимая из всех тетушек. Спасибо. Что тут происходит? Да я не трогаю вас, вы давайте делайте свои дела, а я тут это буду убирать. Разве? Что, разлить маленько? А что-то как-то, как-то странно убирает она. Вы не заметили? Следующий, зять, говори комплименты юбиляшу. Добрая, хорошая, отзывчивая, ласковая, веселая, добродушная, очаровательная, бесподобная, превосходительная. Все, закончил. Самая любимая моя мама. Самая главная из всех пяти. Мелкоши собрались. Думала, часик посидят, разбегутся. А когда убирать-то? Ну некогда, некогда совсем. Перебила! Перебила! Шаблон сбила! Так пьют, что делать, когда убирать. Они-то что сейчас насидят? Говори! А мне еще полночи убирать тут за этими алкашами. Пьют и пьют. Сейчас еще плясать начнут. А по телефону болтают, пьют, болтают. А вот все болтает пошли. Постоянно вот этот по телефону. Один сидит, молчит, что-то смеется, чуть пьют и смеется. А ты что молчишь-то? Полынуть, что ли? Заслушался, что? Самая дорогая бабушка. Опять заодно. Ульяна. Третий раз. Докажи, как ты бабушку любишь. Поцелуй ее. Крепко. На бутылке уже в ветре-то. Что-то как-то это. Дети. Самая любимая бабушка. Вот она. Самая хорошая. Я убираю со стола. Верните, пожалуйста. Мы сейчас кого-то уберем. Нет, вам что не нравится? Да я вот тут вам убирать пришла. И что? Молодец. Привет, мой хороший.